Безналичную оплату проезда в маршрутных такси планируют ввести в Нижегородской области. Соответствующий законопроект поступил в законодательное собрание региона. Документ внесен Глебом Никитиным. Согласно изменениям, к частным перевозчикам будут предъявляться дополнительные требования. На внутригородских и муниципальных маршрутах будет установлена безналичная система оплаты проезда и провоза багажа, АСКОП. Отмечается, что принятие закона не потребует дополнительных затрат из областного бюджета. Изменения могут вступить в силу с 1 января 2019 года.